то, что мы сейчас увидели, меня, честно говоря, очень сильно и приятно удивило, да. То есть участники праймерис очень серьезно отнеслись к нему, подготовили программы, потратили время, сделали презентации, бодро, уверенно доложили залу, ответили на вопросы экспертов. И, в общем-то, очень важно, что они разобрались в этом вопросе, как минимум для себя, и смогут... другим людям могут другим людям донести это. Я надеюсь, что из участников праймерис обязательно кто-то превратится в кандидата, потому что партия Роста достаточно молодая партия, и мы хотим дать возможность здесь, в Тульской области, людям, которые хотят расти вместе с партией.